Так, ребята, со скорпионами у нас серия номер два. Занимаюсь утром стиркой. Посмотрите, что вот это такая специальная коробочка, там у меня лежат порошок с этим, с полоскателем. Думала, что таракан заполз у нас большой, вы посмотрите. Это уже второй. Откуда он взялся, это просто загадка. Они что тут? Как слышу, чтобы скорпионы ходили, не знаю, стаями, парами, что ли. Боже, мамочка моя дорогая. Клешни к бою, хвост дыбом. Но они кусают только в том случае, если на него сейчас вот сверху рукой, то он укусит, он ударит хвостом. Если, кстати, снизу или на руку его посадить, он не может ударить. Они так не бьются. Ну, вы представляете, животина какая. Так, он маленький очень. Видели? Поза, поза, поза. Видите? Его на конце жало видно. Поза боевая вот у него. Сейчас ближе сниму. Это у него боевая поза у скорпиона. А ну-ка, покажись, красавчик. Вот такой вот маленький, маленький, маленький. Ай, 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 ай. Вот хвост дыбом. Он еще клещами бывает делает. О, видели? О, бьет клещами с одной, а потом бок хвостом. Все, все, он уже готов к бою. Ну, муж в прошлый раз выбросил такое чудо совком отсюда из квартиры. Я его, честно говоря, боюсь трогать. Хотя можно вытащить это и вытрусить его вниз. Ага, все. Он опустился, видите? Но хвост все равно дыбом. Блин, в мире животных, а не квартира. Ну что, с днем переезда нас. Итак, люди. Решение вопроса со скорпионом. В прошлый раз он был выброшен совком за окно. Значит, вынесено совком за окно. В этот раз решение, я его трогать не стала, ничего нет. Я накрыла вот так вот картинами упакованными. Достала порошок стиральный оттуда. И вот оно там сидит. Где оно там? О, оно даже выползло, смотрите. О, темнота. Все, поза уже свободная. Ну, все, сидит там. О, обратно, обратно за это. Хвост дыбом сразу. Но они вообще не ядовитые вот эти еще. Ну как, пробовать на себе не будем. Все, я его накрыла вот этим вот, видите, вот. Муж придет, сказал, его выпустит. Вот мы, говорим, писовцы, елки-палки. Ну, в общем, идея этого видео, в общем, ни один скорпион не пострадал. Всем хорошего дня.